В Семее полным ходом идут работы по выравниванию улиц. Сейчас в общей сложности 41 улица выложена щебнем и гравием. До конца ноября будут отремонтированы еще 6 улиц. В настоящее время ремонтируется дорога по улице Бегалина. В городе к настоящему времени проведены работы по укладке щебня и песка на 41 улице. Сейчас работы по улице Бегалина идут полным ходом. Ее длина составляет 850 метров. Текущий ремонт начался 7 ноября. В зависимости от погодных условий, работы планируют выполнить согласно графику. В настоящее время мы делаем грейдирование на улице Бегалина. Первый слой – щебень, фракция 25-60, второй слой – гравий. Сегодня мы закончим ремонт этой улицы. На нее ушло 450 тонн щебня, 380 тонн гравия. Следующая улица – улица Кренкеля. Ее протяженность 150 метров, на ней тоже щебень, гравий. В ремонтных работах задействовано 5 большегрузов, грейдер и дорожно-шлифовальная техника. Ранее жители жаловались на плохое состояние дорог, ссылаясь на то, что в дождливый день невозможно ехать по улице. Сейчас жители благодарят за качественно проделанную работу. Очень рады. Мы даже не думали, что такое может произойти. Еще бы осветили, поставили фонари, вообще было бы прекрасно. Вот. Даже не ожидали, неожиданно как-то вот это вот все. Ну, не знаю, успеют, не успеют. Ну, желательно, чтобы, конечно, заасфальтировали. Мы рады. Улицы с песчано-гравийным покрытием будут асфальтированы в следующем году. Это подготовительные работы к предстоящему году, говорит дорожный мастер. До конца ноября запланированы ремонтные работы на остальных 6 улицах из 47. По плану, после улицы Кренкеля будет отремонтирована улица Нурбаева протяженностью 300 метров. Евгений Проскурин, Талшин Шакыртхан, Аяулым Бакыткызы, Кайрат Кожахметов, телеканал «Семей».